Смотрите, когда в Брюсселе сжигают шиитскую мечеть вместе с имамом, просто потому что это шиитская мечеть, вот эта вся резня, которая происходит сейчас в исламском мире, не потому что он плохой, не потому что он исламский, а потому что пора там такая пришла. Но вот у евреев гражданские войны жесточайшие, с вырезанием друг другом зелотами, сикариями, фарисеями, саддукеями, это примерно второй там век нашей эры, и это кончилось. У христиан, ну, 17 век, когда люди последний Максим. Раз убивали друг друга за то, что они католики, православные или протестанты. А в исламском мире это сейчас. И опять-таки религии же возникали. Вот, видимо, проходя некий исторический путь развития, возраст такой пришел. И шиито-суннитские войны, и внутренние войны внутри суннитского ислама, и обвинение всех, кто не такой, как я, в джихили, а значит смерть вопреки Корану. Но вот это сегодня, в Россию это тоже приходит.